Здравствуйте! Здравствуйте всем, кто сегодня со мной на канале Америка I Love You. Так, куда мы едем? Куда мы едем? Гранд Каньон едем. Так, Дэну жарко, конечно. Везу я. Я начинаю вести, потом поменяемся. Едем по навигатору. So it's about how long? 3 hours, right? 3 hours. Yeah, we should get there around 4 o'clock. Yeah. In 1.5 miles, turn left. Дети смотрят кино. Набрали целую кучу. Wait, the window is open. Come on, Mike, then it's time for some teamwork. Give me a boost. Okay, wait a minute, no! И где мы остановились на ланч? Ну, конечно, Макдональдс для детей, то, что я ненавижу. Но найду что-нибудь для себя тоже. Салат какой. Бургер уж точно я есть не буду. Окей, чикен наггетс. Что у нас тут? Чикен наггетс, да? И фрайс. Then, of course, he has the burger. This is Big Mac. Big Mac, yes. Two all beef patty, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame seed. А для меня только фрайс. Нету салата никакого. А бургеры я не ем. Get it? No, I'm gonna go back in time and switch it. Yeah, I'll take another bite. You like Big Macs, huh? I like them too. Why don't you like to enjoy the Big Mac? Huh? I was too hungry. In my mouth. I didn't help it. In my mouth. Me talking to the chicken, I'd be offending yourself. Bad, you're a duckin. I couldn't help it. I just had to eat it. It had butter chicken fries, meat sandwich, and a Big Mac, hot dog, chicken fries, a hot dog, Big Mac, sour sauce, ketchup, Big Mac, a hot dog on it. Isn't that good? McDonald's, fries and a burger, McDonald's, thank you. What's that from? Commercial? Hmm? Is that a commercial? No, it's a song. It's a song you baked, made up? No, we got it from one of our friends at swimming. Huh? Cool. Ну, почти доели, ладно. Почти доели. Сейчас дальше поедем. Это где мы остановились? Флагстафф, да? Вот это наш отель, главный вход. Прибыли. Отель такой простенький, очень. За две ночи что-то 300 с чем-то долларов. Окей, теперь мы на балконе, да? Наша машина, да. Вот такой вот райончик здесь. Grand Canyon Visitor Center. Заходим. Вау! Вау! Смотрите, что тут есть. Ой, I like this balcony. It's balcony. Смотрите, как внутри интересно. They have only hot tub. Ну, нормально. Красиво. Вот так вот тут вот. Ресторан есть там. Завтракать можно, обедать можно.
But it looks like a jungle because of the trees. Но тебе нравится? Can we go to the pool today? Да, сейчас пойдем. Now? Ну, конечно. Так, комнату попробую все-таки снять. Очень-очень простенькая. Две кровати больших. Вы на одной кровати, мы на другой. Ну, вот такой стол, такой стол. Alex, it's an echo. Так, вот можно помыться. Здесь прихожая. И здесь... Еще такая ванна. Нет, я не накрашенная. Awesome. Джангу-чен. I want to see the pool. Yeah, okay. Мы в этом здании. Здесь еще второе здание. Yes. Hi people from Russia and Ukraine, Latvia. Hi people from space. Look at the rainbow. Смотри. Yeah. Вот, смотрите, какая радуга. Радуга. Вот мы приехали, и тут радуга как раз. Да, ее очень хорошо видно. Тут тоже хот-тап есть. Смотри, как красиво, да? Красиво. Здесь второе, короче, здание. И вот здесь бассейн, который на улице. Рейнбо. Вон, Дэн снимает как раз. Пойдем. Ну что там, горячее? Ты хочешь здесь купаться или пойдем туда? You wanna swim? Алекс будет купаться. Ныряй. No diving. No diving, окей. Вон как Алекс поплыл уже. Все. Сейчас пойдем. Покупаетесь и пойдем. Нам надо решить, где мы кушать будем. Ну, это здание вот такое. Да, вот какая радуга. Ну, радуга прям здесь вообще. Какое небо. Ну все, вот мы теперь попали сюда внутрь. Вот там наша комната на втором этаже получается. А вот здесь они хотят в это спа. Дети там накупались, теперь спа здесь. Пойдете? Yeah. Давайте. Посидите хоть. Это раздевалка, если вам переодеться. Ну окей, кит, давай. Ну как, горячее? Да, тут так интересно. Maybe we can check, maybe a restaurant somewhere. Yeah, there is.
Так, пришли мы на ужин. Но никто кушать не хочет. Хай, Макс. Максим? Ребята взяли пиццу. Мы с Дэном вот тут куриные крылышки. И вот еще у нас для пиццы. И здесь у нас такие луковые кольца. Потом зукини. Потом у нас есть тут грибочки. И вот такой у нас будет ужин сегодня. Потому как уже поздно. Дэниел. Вот в таком ресторане мы. Здесь прям у нас в нашем отеле. Не хочется никуда идти, потому как поздно. Пока доехали, пока заселились, пока искупались, пока ходили в спа. Yes, eat, please. И вот после ужина что творят дети? Они снова прям в трусах. Плавок у нас с собой не было. Они прям в трусах в спа. Перед сном еще разочек. И я на фоне спа. Все, день приезда закончился, а завтра после завтрака на Гранд Каньон. А на сейчас короткий маленький анекдот. Разговаривают две подруги. Одна говорит: Симочка, дорогая, тебе давным-давно пора замуж. Да, я понимаю, но не могу ничего поделать. Все про твоего Леву думаю. Как про моего Леву? Про моего мужа, что ли? Ну да. Не дай бог, попадется такой же козел. А на сейчас я хочу сказать вам пока. И до скорого. Я желаю вам прекрасного и удачного дня. Любите и будьте любимы. Берегите себя и всех, кто вам дорог. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, звоните в колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео.